Тема нашого сьогоднішнього ефіру була присвячена літнім людям. Класна тема. Класна тема. Ми на протязі всієї програми ми анонсували людей поважного віку, які знайшли себе в такому віці. І поруч з нами вже сидить гостя наша. Це Лідія Большова, поетеса, яка почала свою творчу діяльність 62 роки і до сих пір продовжує писати чудові вірші. Вітаємо вас! Доброго ранку! По-перше, ми вас вітаємо зі святом, бажаємо вам здоров'я, щоб ви були така гарна, дуже гарна жінка. Спасибо. І от Оля сказала, що 62 роки ви розпочали. Як ви до цього прийшли і почали писати? Розкажіть нам історію свою. Ну, я в 62 роки потеряла свого мужа. І задумалась над тим, как, чем бы мне заняться, чтобы мне было интересно дальше жить, чтобы что-то меня радовало. Вот. И в 2000 году, 12 февраля, накануне своего дня рождения, я задумала, что бы мне такое написать, чтобы поздравить своих друзей, которых я была в гостях в это время. И вдруг я просыпаюсь 4:30, и ко мне идут стихи. Я тут же нашла бумагу, огрызок карандаша, написала первое стихотворение. Только хотела уснуть, опять идет второе стихотворение. Вот с тех пор я начала писать стихи. Затем я, когда у меня уже появилось много стихотворений, я пришла к Вячеславу Тимофеевичу Кочурину, почитала свои первые стихи. Он мне сказал, что они немножко несовершенны, вот, ну надо учиться, надо писать. Я говорю, а как? Вот, может быть, мне поступить на литературный факультет института, чтобы красиво писать, использовать и рифму, и ритм правильно, ямбы, хореи. Он говорит, нет, вы читаете больше поэзию других поэтов и пишите. И вот с тех пор я начала писать. И первая моя ласточка, первая моя книга, которая называется «Крик души», вышла буквально через 2 года. И, конечно, это была первая книжечка. И я, конечно, очень рада. А затем у меня появились еще сборнички. Вторая книжечка – это «Мелодия любви». Третья книжечка – это «Струны сердца». Четвертая книжечка – это «Годы прожиты не зря». Пятая – «Дорога из жизни». Шестая – «Дар небес». Вот я сейчас из «Дара небес». Назвы у вас, такие назвы. Из «Дара небес» я вам сейчас прочту то стихотворение, которое у меня появилось 15 лет тому назад. Мы слушаем. Достатня кількість вірші. Достатня збірок. «Наедине с собой, почему во мне поет душа? Сердце так и рвется из груди. Жизнь моя, как песня хороша, думает, еще все впереди. Музыка внутри меня звучит, льется, как весенний ручеек. Это что? Любовь ко мне спешит, будто розы дивный лепесток. Пламенем душа моя горит, в ней звучит гитарная струна. Кажется, мне муза говорит, о любви стихи писать должна. Я хочу понять, ну что со мной? Не могу себя остановить. Видно, жизни нужно мне другой. Сердцем хочется весь мир любить. Знаю, что со мной происходит. Я сгораю в пламени огня. Вдохновение ко мне приходит. Вижу я себя в седле коня. Не могу его я удержать. Он несется вихрем все вперед. Об одном хочу еще сказать. Где любовь и счастье меня ждет? Дуже гарний вірш. Емоційна, експресивна. 15 років вже цьому віршу. Да, 15, взагалі автори відчувають свої строчки. І от чому у мене все це почалось, я зараз вже задаю собі такий вопрос. Якщо б я не знайшла відповідь на цей вопрос, значить я б жила такою от скучною, неінтересною життю. Нашла відповідь. Хотіла б знайти відповідь на той єдиний вопрос. На протяжении многих лет что же в судьбу мне рок привнес? Если б я стих не сочинила впервые о своей судьбе, что бы со мной теперь было? Что б предложить смогла себе?
Ведь скучная жизнь тогда бы стала, была пустой, неинтересной. Я б ни о чем бы не мечтала и не могла дружить бы с песней. Засела бы, как мышь в норе, и не встречалась бы друзьями. Не вспомнила о той поре, которая была между нами. Стихи ко мне не зря пришли, по-новому глаза открыли, настолько в душу мне вошли и в сердце радость поселили. И жизнь моя другой стала, и бурной потекла рекою, дорогу к счастью указала, пошла обновленной травою. Я благодарна ей за то, что указала верный путь. Скажу спасибо ей за все, мой мир смогла перевернуть». Ой, це прям вірш, ваш девіз, тобто заклик, що не треба сидіти сумувати, а якщо іде щось, треба розпочинати, не боятися. Пані цього. Лідія, будь ласка, нас залучіть наших телеглядачів до активного такого. Привітайте зі свята. От я ще хочу вам сказати слово, що у мене ще, як тільки я почала писати стихи, і стихотворення написала в першій книжечці, і вижу, що їх треба петь. Да, у мене нет музикального образования, но я работала в ТЮЗе в молодости, в 17 лет. Я в самодеятельности участвовала всю свою жизнь. И вдруг я решила, надо сочинить мелодию. И первую мелодию я сочинила, я очень любила танго. Мы там тогда, в те времена, это любимый танец, вальс, танго. И вот я вдруг написала мое танго и решила сочинить мелодию. Я его увидала в толпе на площадке, был он грустен немного и печален тогда, и спросила его: «У тебя все в порядке? Танго мы потанцуем, приглашаю тебя, о танго, мое вечное танго. Мы танцуем с тобою, танго нашей любви, о танго, мое вечное танго. Мы танцуем с тобою, танго нашей любви». И вот я уже выпустила сборник своих песен. Я написала более, сочинила музыку более 40-50 песен. Мне, я их пишу, записываю на диктофон, мне музыканты помогают записать на ноты, и выступают часто перед своими коллегами на творческих вечерах, в соцзащитах меня приглашают. Я читаю свои стихи и пою свои романсы, в основном романсы, вальсы. Вот. Мне интересно жить, я желаю всем не сдаваться своим годам. Вот мне 77 лет, а я не считаю, что мне их 77. Я считаю, что мне 25 или 45, баба ягодка опять. И я всегда стараюсь поднять настроение себе утром. Встаю и говорю: я люблю тебя. Сегодня такой хороший день. Ты будешь самая счастливая. Поднимай настроение себе. Вот так надо жить. Нельзя хныкать, нельзя пессимистом быть. Вот. Когда погода, дождик идет, я радуюсь дождю, я радуюсь солнышку, я радуюсь всему, я радуюсь природе, все, что меня окружает. Я вот написала 7 сборников, и у меня уже 8-й сборник готовится. Я постоянно, все стихи мои приходят не просто так, не выдуманные, а вот то, что меня потрясло, надыхает, то, да. Что я увидела. Пані то, Лідія, ви заряджаєте свої енергії, вас можна просто тільки захоплюватися. Молоді, наприклад, дуже зараз складно, тому що ось нема роботи, немає такий песимізм, а ви просто енерджайзер, такий заряд енергії. Так, ми вам щиро дякуємо, бажаємо вам ще успіхів у творчості, ще не один збірник видати і залишатися ось такою. Ви дійсно приклад для наших людей поважного довгих віку. Літ вам. Довгих літ вам. Спасибо, я тобі дала завдання жити до 140 лет. Ось так, вот, воно так, що буде. Так оно і буде. З вашим оптимізмом, з вашою енергією, я переконана, що так і буде. І ваш 104-річний юбілей ми будемо святкувати в нашій студії. Саме тут. Дякуємо вам, отже у нас була Лідія Большина, поет, поетеса. Дякуємо вам.